Так, перокуляр. Корекція вікових змін. Про що ми поговоримо сьогодні? Ми поговоримо сьогодні про найсложнішу зону, найопаснішу зону в корекції філярами, переокулярну зону. Ми в прошлом году сделали целый цикл коррекций, и мы начинаем цикл более углубленных знаний, более продвинутых техник, как мы можем працювати с цей зоною. Итак, что влияет на эту зону? Непосредственно влияет образ жизни нашего пациента. По-разному влияет. Кто-то занимается бегом, да, и истощает свои жировые пакеты, и поэтому мы видим то, что происходит, смещение с массы, да, почему уходят жировые пакеты, пациент приобретает такой уставший вид. Мы видим офисных работников, руководителей, которые под стрессом стареют достаточно активно. И видим людей, которые работают с гаджетами, и ультрафиолет влияет на кожу. И как этому противодействовать, мы будем разбирать step by step. Нахождение дома, ковид. Нахождение дома во время войны, мы получаем достаточно очень интересную информацию о том, что хотят наши пациенты, что их действительно беспокоит. Зморшки верхней частины обличья, то есть наибольший, наверное, запрос. Темные кола під очима, запрос по, наверное, на втором месте по в проблемах нашего пациента. И поэтому тема переорбитальной коррекции становится сегодня на первое место. Да? То есть если мы раньше говорили там скулы, или вот приближается весна, там будут губы, я думаю, что мы сделаем такой семинар по губам, что нового, что интересного появилось в мире, для того, чтобы мы могли работать достаточно эффективно и вызывать интерес у наших пациентов. И прежде чем начать работать, всегда нужно сделать чекап пациента. Мы должны проанализировать, что конкретно, какой вид ткани стареет, какие зморшки на нашем обличье, мобильные или статичные, в какой зоне расположены, есть ли деградация жировых пакетов, как глубоких deep fat, так и superficial fat поверхностных жировых пакетов, на месте ли находится смаз. Все эти моменты мы должны учесть, прежде чем взять в руки шприц и откорректировать пациента. Не всегда ботулинотерапия в этой области дает положительный результат. Почему? Потому что, наверное, нужно синергично работать двумя препаратами, это нейропротеинами и филлерами. И тогда мы получим хороший, красивый результат, молодой взгляд, отдохнувший взгляд и удовлетворение нашего пациента. В первую очередь мы должны подходить к оценке, к работе с нашим пациентом функционально. Мы всегда оценим верхние, средние и нижние треть. Но вы посмотрите по функционалу, да, по тому, как расположены у нас связки, как делится интересное лицо. И мы видим, что переорбитальная область включает в себя верхнюю треть, область лба, область бровей, среднюю треть, это область щеки и нижнего века. То есть это все то, с чем мы можем с вами работать и показывать хороший положительный результат для нашего с вами пациента. Положение бровей. Здесь очень важный момент. Не всегда мы достигаем молодого положения бровей.
Здесь вот как раз статья приведена 22 года, буквально она вышла в сентябре-октябре месяце. Очень интересная статья по поводу анатомического строения этой области, эстетического строения, а также методы коррекции. И в первую очередь молодость взгляда, молодость всегда оценивается именно положением бровей. И мы начнем с вами оценивать и работать именно сверху вниз. И здесь мы видим, что строение достаточно сложное. Здесь есть ряд связок, достаточно много жира. Казалось бы, это тонкие слои, но их много, и корректировать их тоже нужно. И как дальше мы посмотрим в презентации, то именно эта зона деградирует быстрее всего. Итак, в центральной части слайда вы видите, с какой скоростью, где впервые начинает уходить жир. И в первую очередь, то есть мы видим, что именно зона пероорбитальная, затем малярная и затем область лба деградируют быстрее, да, то есть вот в такой последовательности. Поэтому должны эти все зоны оценить с точки зрения дефицита объема тканей. И, конечно же, в конце, в самом, то есть это уже приблизительно после 50 лет мы будем говорить, то есть это обязательная оценка состояния костной ткани, да, то есть что происходит с орбитой, как она расширяется и каким изменениям приводит. Если вы посмотрите от меня это правая часть слайда, то есть вы увидите, как работают мягкие ткани, да? И здесь мы видим активную работу мышц. Именно область лба и пероорбитальной области – это наиболее подвижные части лица. Почему же происходит старение в этой области вот первым, да, то есть почему, допустим, латеральная часть или носогубная часть так не стареет, как стареет именно пероорбитальная часть, и что к этому приводит. И здесь вот достаточно есть старая интересная статья. Ученые задались вопросом, почему же так происходит, почему лицо неравномерно стареет, и пришли к интересному выводу, что всему виной уникальное строение наших мимических мышц. Одной частью, мы прекрасно знаем, крепится к кости, другой части врастает в кожу и находится мышца между двумя слоями жира – superficial и deep. И для того, чтобы мышцы работать, и для того, чтобы мышца могла жить и выполнять свою функцию, ей нужно брать откуда-то энергию. Энергию она берет как раз из окружающей среды, из окружающего жира. Поэтому чем интенсивнее работает мышца, тем интенсивнее рассасывается подкожно-жировая клетчатка, а потом вследствие уже и глубокий жир. Таким образом, мы с вами получаем складки, морщины, дефицит объема, и, естественно, там, где мышца работает активно, там будет и активно уходить и кость. Резорбция кости начинается. Если вы внимательно посмотрите точки крепления мышц на лице, плюс наложите сверху резорбцию, то вы увидите, что максимальная резорбция происходит как раз в тех местах, где крепятся мышцы кости.
Поэтому нам это все очень нужно глубоко понимать для того, чтобы работать с этой зоной. Как мы видим, то есть классификация, в принципе, достаточно простая, предложена в 2014 году и подтверждена в 2021, как раз для работы с филлерами, то мы с вами видим как раз три класса носослезной борозды. То есть первый класс, когда только-только она проявляется, фактически она естественна. Второй класс, когда мы видим, что ее форма не заходит за среднезрачковую линию. И третий класс, когда мы видим уже прорисовано X-пространство, и это стопроцентное показание к коррекции. Но всегда оцените пациента еще с точки зрения анатомии, с точки зрения, куда вы будете ставить, потому что вы видите с левой стороны слайда строение этой зоны, мы видим там и пространство, мы видим там и жир, и связочный аппарат, и, конечно же, лимфатический. И здесь очень важно пациенту задать вопрос, насколько он отекает, так как речь идет о гиалуроновых филлерах. И именно гиалуроновый филлер что создает? Фиксацию воды в тканях. Да, гиалуроновая кислота притягивает воду. Если наш пациент отекает, то есть когда лимфатическая система не справляется с выведением лишней жидкости, то стоит, может быть, подумать и применить другие препараты для коррекции этой зоны. Но если у нашего пациента нет противопоказаний, то мы смело можем работать филлерами на основе гиалуроновой кислоты. В 2020 году был принят консенсус, алгоритм по работе с верхней, средней и нижней трети. Сейчас я вам приведу как раз этот алгоритм работы с верхней и средней третью. Если мы выбираем работу коррекции лба для того, чтобы сделать репозицию брови, для того, чтобы ботулинотерапия сработала великолепно, да? То есть первое, что мы должны сделать, это обездвижить лоб. То есть мышцы фронталиса, глабеллы и периорбита и круговые мышцы глаза должны быть обездвижены. Почему? Ткани достаточно тонкие, ткани достаточно подвижные, поэтому любой филлер будет смещаться. И здесь очень важно выбрать еще и филлер достаточно пластичный, эластичный, для того, чтобы он не сдвигался под действием мимики, не контурировался. И здесь, конечно же, будет оптимальный мезофиллер периокуляр. На второй сессии, после оценки, насколько хорошо все было проведено, мы с вами проводим процедуру именно моделирования филлерами, восполнение объемов лобной части, височной части и, конечно же, уже носослезной борозды. Обязательно мы оцениваем пациента через 2 недели. И на этом этапе мы можем провести вторую процедуру, если она необходима. Алгоритм средней трети включает в себя волюмизацию, то есть мы сразу же можем начать волюмизацию. И через 2 недели, опять же, оценка, докоррекция, если она нужна, и еще через там полгода, год мы можем проводить повторную коррекцию этой области. Опять же, напоминаю, то есть это самый последний 2020 года алгоритм, который был опубликован. Итак, что же нам нужно для коррекции периорбитальной области? Здесь мы можем использовать 2 филлера. Конечно же, на первом месте будет периокуляр. Мезофиллер 15 грамм на миллилитр. Препарат без лидокаина. На мой взгляд,
в принципе, в этой области лидокаин и не нужен. Его показания – периорбитальная область, носослезная борозда и поверхные зморшки. У препарата очень хорошие эластичные свойства, поэтому он хорошо работает как поверхностно-жировой клетчатки, так и когда мы вводим субдермально для того, чтобы разгладить морщины. И, конечно же, для более глубокой коррекции, когда мы говорим о глубоких жировых пакетах, когда нам нужно переместить связочный аппарат, сделать небольшое движение, то мы здесь можем использовать мезофиллер Intense 25 грамм на миллилитр. Такая плотность препарата даст нам возможность как хорошей объемной коррекции, так и долгого стояния в тканях порядка 10-12 месяцев. Вот такой красивенький шприц, красивая новая упаковка. Итак, компания Mesoesthetic проводит всегда исследования, и это исследованные препараты. И вот здесь было доследжение на 16 волонтеров, омоложение периокулярной области, коррекция динамических зморшек, то бишь это докоррекция, то, что не смог сделать ботулотоксин. Когда мы динамические морщины расслабили, но они у нас здесь остаются визуализированы. И вот здесь как раз идеально в поверхностной технике заполнение этих морщин для того, чтобы создать гладкость кожи. Носослезный желоб и периорбитальный грув, то есть глубокий жир. Протокол, программа. Один сеанс плюс доконтроль через 2-3 недели. Техники, которые здесь использовались, богатовекторный питхит разными способами для того, чтобы достичь максимально красивого результата. Да, то есть двух пациентов одинаковых не бывает. И когда мы смотрим на препарат, то есть мы всегда видим, насколько пластичный, насколько... И вот эта вот картинка мне всегда нравится, потому что проще всего объяснять. То есть когда мы смотрим на периокуляр, то есть это красивая гладкая капля, которая растечется и хорошо выровняет нам рельеф кожи. Если мы говорим про Global, то есть это такой универсальный препарат, он дает такую мягкую коррекцию, но он уже достаточно такой, мы видим, более рельефный, то есть поэтому мы можем уже давать какую-то объемную коррекцию. И Intense мы видим, то есть это такая глыба, которую мы можем поставить, скорректировать подбородок, скорректировать красиво скуловую дугу. Мы можем сделать и позицию брови, когда мы глубоко будем работать. Поэтому, в принципе, все три препарата закрывают все наши потребности для того, чтобы создать красивую коррекцию. Какие же мы результаты с вами получили? Да? Сокращение мешков под глазами на 88%, то есть и визуализацию. То есть здесь бы я бы более правильно написал, что не сам мешок, он никуда не девается. То есть мы его просто маскируем, воссоздав утраченный объем. Уменьшение пальпобромолярной борозды на 87%, уменьшение носослезной борозды на 93%, улучшение общего вида на 94%. Достаточно хороший результат, если не сказать, что замечательный. Мало того, что могу сразу сказать, что на сегодняшний день существует достаточно, при всем широком выборе, который у нас есть на нашем рынке, я знаю всего лишь 2-3 препарата, которые можно работать именно в периорбитальной области, которые предназначены и разрабатывались конкретно для нее. Препарат максимально очищенный, то есть мы можем посмотреть,
с конкурентами его, то есть на сколько они более загрязненные, нежели мезофиллер. То есть это безопасный филлер с точки зрения химической нагрузки на организм нашего пациента с минимальным аллергической реакцией и побочными эффектами. И сегодня как раз с тем, что очень много филлеров появилось на рынке, мы не всегда знаем, насколько они очищены, насколько они безопасны, да, то технология очистки мезофиллера гарантирует нам то, что аллергических реакций, каких-то васкулярных реакций, именно реакции сосудов, то есть не когда мы попадаем в сосуд, да, а именно реакции на препарат здесь не будет. И из моей практики, ну, каких-то васкулярных именно реакций отдаленных на этом препарате у меня лично никогда не было. Да и у коллег я особо и не слышал. Также мы можем посмотреть на протяжении, вот, да, то есть вы видите исследование ультразвукового нахождения препарата. То есть на первой картинке вы видите ткани до введения, на второй картинке после введения, через полгода, через 270 дней и через 365 дней, то есть через 12 месяцев после коррекции. И мы видим, что эта зона хорошо откорректирована с восполнением объема и с сохранением результата. То есть такое исследование очень хорошо показывает о том, что препарат стоит, препарат дает хорошую коррекцию и что наш пациент останется на протяжении года доволен своим внешним видом. Итак, с чего же мы здесь с вами начнем? То есть всегда, то есть нам нужна репозиция связки, да, то есть натяжение, создать молодой профиль. Вы видите в центральной части слайда профиль молодого пациента и профиль возрастного пациента. Да. Мы видим изменения, которые произошли, и как раз нам нужно сделать красивую репозицию для того, чтобы получить более эффективный и красивый взгляд. Здесь мы выбираем препарат Intense периостально. Две схемы разметки в зависимости от формы лица. Это важный момент, да, потому что связочный аппарат привязывается к форме нашего черепа, и таким образом точки смещаются. Если это, допустим, у нас овальная форма, это классическая разметка. Если у нас это ближе к квадратной форме, прямоугольная, это разметка справа. Всегда стоит вопрос, а сколько ставить препарата в эту точку? И здесь игла, на мой взгляд, будет более эффективна, нежели канюля. Почему? Потому что здесь мы можем диагностировать дефицит ткани. Канюли вы этого не сможете сделать. По исследованиям в этой точке толщина мягких тканей составляет порядка 12 миллиметров. Длина иглы у нас известна 13 миллиметров. То есть, когда вы дойдете до надкостницы, вы увидите, погрузилась у вас игла полностью или не погрузилась игла полностью, и какой дефицит нужно восполнить. Когда вы начнете вводить препарат, ткань начнет приподниматься по игле. И наша задача полностью закрыть весь просвет иглы и таким образом сформировать болюс нужного объема. У кого-то это будет 0,1, у кого-то это будет 0,3, иногда бывает и 0,4. Причем именно эта точка страдает фактически у всех, вне зависимости от объема пациента. Единственное, что мы можем, конечно же, сделать поправку на тучность пациентов, то есть добавив там 1-2 миллиметра, не миллилитра, а миллиметра на высоте иглы. Поэтому здесь хорошо работать конкретно иглой.
Поэтому пробуйте, будет достаточно интересный, максимально эстетичный и натуральный вариант. То есть, конечно же, когда мы хотим получить там скулы Малефисенты, то мы, конечно, будем делать небольшую гиперкоррекцию, когда нам нужно выделить это все, то есть Инстаграм-образ, там другие объемы, другие методики используются. Но если наш пациент пришел за естественным лицом, то вот эта методика дает возможность контроля введения препарата в том объеме, в который необходим нашему пациенту. Вот еще интересная статья, я о ней уже говорил, о том, что она как раз посвящена миорелаксации под воздействием филлеров. То есть наши депрессоры входят в тонус при дефиците ткани. И когда мы вводим филлер в нужную область, здесь как раз вот все, то равновесие между леваторами и депрессорами приходит в норму. Таким образом, мы можем еще и влиять именно на мимику нашего пациента. Это очень хорошо видно на работе фронтальной мышцы лица. Когда мы видим, что у нас пациента уходит жир, то есть у нас происходит скелетизация, изменение формы лба у девушек. И когда мы корректируем пациента ботулотоксином, у нас формируется залом, да, над бровью очень часто. При введении филлера этот залом исчезает. Почему? Потому что нижняя порция фронталиса расслабляется, и бровь становится в правильную позицию без залома. Мы знаем, что фронталис у нас работает как двунаправленная мышца. Она одновременно и леватор, и депрессор по серединной линии лба. То есть вот они работают таким образом. И когда мы вводим филлер, то есть мы получаем более эстетичную коррекцию. Поэтому не надо сразу спешить колоть здесь нейропротеин для того, чтобы скорректировать осложнение в виде брови Мефистофеля. Скорее всего, это дефицит объема. И коррекция нейропротеина может привести к обратному эффекту, то есть падением брови, опусканием века, и наш пациент, спасибо нам за это, не скажет. Поэтому правильно выбранный подход к коррекции орбитальной области дает максимально красивый результат. Вот приведены статьи работы, как вводилось, насколько лучше стало, да, на какие мышцы воздействовали. Лобные морщины при этом тоже разглаживались. Зона достаточно опасная. Здесь приведен пример, каким образом мы корректируем. Да? Я корректирую с гребня, с центральной точки гребня. Мне это больше нравится, нежели с центральной с области бугров. Почему? Потому что у меня здесь канюля не изгибается. Да, здесь она изгибается, здесь достаточно болезненная зона. Поэтому, если мы говорим о безболезненности, то вот точками обозначен буквой Б, то есть где мы заходим для коррекции. Также эта точка используется для коррекции височной области и открытия. Да, то есть когда наш пациент говорит, я хочу, вот, чтобы у меня здесь было гладенько, открытый взгляд, приподнятая бровь, то как раз и область височную мы можем здесь скорректировать. Также мы можем проекции лобного гребня по линии роста волос поставить пару болюсов интенсом для того, чтобы сделать репозицию брови и поднятие ее. Для коррекции непосредственно в височной области. Здесь мы уже интенс мы не будем использовать, да, то есть интенс нам нужен только здесь для формирования болюса. Болюс нам нужен в средней трети, то есть, конечно же, там мы используем более плотный препарат, но когда мы переходим к более тонким тканям, там, где мы можем получить визуализацию или гиперкоррекцию филлера, то мы выбираем периокуляр.
И для коррекции височной области мы выбираем преокуляр, заполняем каннюлей и получаем красивый эффект. Схема, которую дает компания, как раз вот она показывает о том, что, как мы здесь работаем. Да, то есть мы заполняем, глубоко ставим болюс, приподнимаем связочный аппарат, линейно-ретроградно выводим препарат вдоль носослезной борозды, ставим болюс над бровью для того, чтобы приподнять, сделать репозицию ткани. Я думаю, мы сделаем как раз еще один вебинар, очень интересный, на именно каким образом делать репозицию брови для того, чтобы получать красивый открытый взгляд. Дальше мы меняем канюлю на иглу и прорабатываем в поверхностных техниках гусиные лапки. По расходу препарата могу сразу сказать, что здесь приблизительно расход пол шприца на одну сторону. Но при больших дефицитах, когда такой пациент худой, астеничный, то может уйти и шприц на каждую сторону. Результаты, которые мы можем с вами наблюдать, да, то есть очень хороший результат. Еще интересна одна такая техника, когда мы можем располагать препарат и в зонах, где обычно наши пациенты высветляют зоны, ставить болюс и получать, схема приведена, получать хороший результат работы с цветокоррекцией лица. Да? И вот как раз такой вот пример. До и после вы видите. То есть пациент достаточно молодой, но смотрите, насколько он стал выглядеть. Причем фотография после сделана на следующий день. То есть не сразу после коррекции, когда пациент поспал. То есть мы видим никаких отечности, ничего такого нет. И очень интересно, тоже есть момент исследований. Это я рассказываю обычно на нейроэстетике, как влияет коррекция на восприятие лица. Так вот, я точно так же расположил фотографии. То есть, если пациент не скорректирован, то воспринятие интеллектуальности намного ниже. То есть, пациент откорректированный воспринимается вот в такой технике иллюминации более, скажем так, умным, да, то есть интеллигентным и привлекательным. Никто не хочет видеть усталые лица, к сожалению, или к счастью. Мезофиллер имеет СИИ, сертификацию, врабница с гидностандартом GMP и ISO. То бишь мы видим, что этот филлер соответствует всем европейским и американским стандартам производства качественного препарата. Ну, процесс стерилизации понятен, то есть препарат и эффективно очищен от посторонних белков. Поэтому препарат максимально безопасен. Также имеет сертификацию украинскую, что обязательно для всех препаратов, находящихся в Украине, официальных. Опять результат до и после. Почему-то у меня два раза, но тоже хороший результат. Видно, мне очень понравился он. Результат до и после. Да, то есть тут вообще 100% коррекция. До и после. Осложнение. Осложнения в этой зоне всегда серьезные и могут привести к слепоте. Поэтому, конечно же, выбор работы в этой области – это каннюля. Никакой иглы здесь не может быть и речи, потому что более опасной зоны нет.
да, еще только на совокупная складка. То есть мы здесь видим карту распределения кровотока, бассейнов, и по этой карте мы можем сразу же понять, куда, если что, мы попали, для того, чтобы эффективно можно было вывести препарат методом его растворения гиалуронидазом. Также хочу в конце нашего вебинара напомнить вам, что коррекция этой области – это всегда комплексная работа, комплексный подход. Да? То есть не забываем о том, что нам нужно работать с качеством кожи, а для этого нам нужно будет с вами провести пилинг. И пилинг мезоэстетики – это периокуляр, очень эффективный. Очень фактически вы увидите результат с первой же процедуры. Пациент также это отметит. Это работа с полинуклеотидами в этой области для торможения старения непосредственно ПЖК и глубоких, ну и естественно уже восполнение утраченных объемов периокуляр мезофиллер. Поэтому, когда мы делаем 1 плюс 1 плюс 1, у нас равняется 10, а не 3. Такая в эстетике математика. И, конечно же, наш пациент должен в зависимости от его проблем в пиорбитальной области пользоваться домашним уходом, который также присутствует в компании Мезоэстетик. Таким образом, мы закрываем полностью все потребности нашего пациента и можем решать все возможные задачи, которые перед нами ставит наш пациент в рамках одной компании. У нас есть с вами и пилинг, и реструктуризирующие препараты, ремодулирующие, и филлеры, и домашний правильный подход. То есть компания большая, фармацевтическая, поэтому вариант того, что вам нужно филлер одной компании, пилинг второй компании, домашний уход третьей компании, где-то что-то может дать вам не взаимодействие, какие-то моменты аллергических реакций достаточно высока. Поэтому здесь мы можем решить сразу все поставленные задачи в рамках одной компании. И присоединяйтесь к нам через QR-код, наведите свой телефон и следите за нашими новинками, следите за нашими вебинарами. Мы стараемся для вас в это сложное время дать максимально полезный контент, чтобы вы могли всегда предложить что-то, что-то улучшить в своей работе, чем-то заинтересовать пациентов или же решить какую-то проблему, которую раньше вы не могли решить. Поэтому до встречи у Zoom.